Всем привет, кто зашел на мой канал. Сегодня готовим украшение стола и в то же время прекрасный салатик из нескольких ингредиентов. Это натертый твердый сыр, крабовая палочка, зеленый лучок, мелко нарезанное все. Натерла все на мелкой терке. Предварительно отваренные яйца очистила. Отваренные вкрутую очистила. И сейчас хочу их подкрасить немного свеклой. Свеклу. Одну свеклу у меня вареная, можно сырую. Порезала небольшим кубиком. И залью сейчас кипятком. Вот так. Сюда буду окунать отварные яйца, чтобы они подкрасились. Вот так яйца красятся. Если вы возьмете сырой буряк, наверное, будет лучше. Я добавила еще ложку яблочного уксуса. Красить вы будете до вашего любимого цвета. Можно дольше держать, будут бордовые. Меньше будут розовые, как вам нравится. Мои яйца получились такого цвета. Розовые будут. Это мы будем делать с вами тюльпаны. Фаршированные яйца в виде тюльпанов. Для этого мы разрезаем ножом вот так вот, где-то вот до этой степени. Так разрежем. И затем разрежем еще и вот так. Вот так получилось. Я разрезы сделала такие. Надрезы. И вытащу сейчас из них желток. Так я сделаю с тремя яйцами, со всеми. А желток натру на терке, на мелкой. Надрезаем яйцом до половины и вынимаем аккуратно желток, чтобы не развалилось яйцо. Вот так получились. Делайте аккуратно. Сейчас мы вот это измельчим. Можно на терке желтки, которые я вынула, а можно вилочкой измельчить. Взяла желтки от двух яиц. Сейчас соединяю все ингредиенты, смазываю майонезом и начиняю наши яйца. Вот так я сделала, получилось очень вкусно. Сейчас начиняем наши яйца аккуратно. Можно рукой с такой скатерть-шарик и вложить туда. Можно маленькой ложечкой начинить. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Вот так можно подать фаршированные яйца. Это будет украшением стола и просто восторгом ваших гостей. Вон как красиво. Можно подкрасить более темный цвет, как вам нравится. Спасибо, что были со мной. Сделайте обязательно. К весне это будет прекрасный подарок для ваших гостей. И очень приятным украшением стола. Это обычные фаршированные яйца. И то, что я сделала, чем нафаршировала, очень вкусно. Попробуйте, сделайте. Всего вам доброго. Спасибо, что заглянули на мой канал. Готовим вкусно с Валентиной. Я стараюсь для вас. А за лайки и подписку спасибо. Всего вам доброго. Пока-пока. До новых встреч. Хочу вам сказать, что у меня есть еще второй канал, на котором я делаю всевозможные рукоделия. Вот эта бутылка декорирована вот таким образом. Я оставлю ссылку в комментарии, как я декорировала эту бутылку. Ее можно применить для домашнего вина. Она может быть подарком любимому человеку. Как угодно. Сделать очень просто. Очень бюджетно. Из ничего. Так можно задекорировать
бутылку еще не открытую с вином, а можно ее оставить для домашнего вина. Это будет очень красиво. Зайдите, загляните на канал. Я оставлю ссылку в комментарии. Всем доброго, пока-пока, до новых встреч на моем канале.